Дело в том, что я родился в Челябинске, детство свое, ну, до маленького возраста провел здесь и жил вот здесь вот рядышком, буквально в двух кварталах отсюда. Поэтому для меня все это очень приятно. Я сижу, и очень приятно, что у вас есть свое телевидение, что вы развиваетесь. Поэтому с юбилеем, чтобы у вас таких юбилеев было много-много.